Всем привет, с вами Брэдлов из сообщества кланов Фрагу. Перед нами бой на южном береге между кланом ProX и кланом Галы. Галы это, по-моему, не первый состав. Да, не первый, по-видимому, второй. Может быть, третий. 100 ProX первые, что они вышли, во-первых, 14 танков. Не знаю, случайность, али злой умысел. Но сетап, тем не менее, следующий. 3 батчата, 3 ПТ-шечки. Три СТ-шечки. Немецкая ПТ. Е5, 57, 215 ФВшка и 261. Занятие стандартного места на Е6. Ну, относительно, кто-то любит поджиматься под камень, кто-то любит светить отсюда. ФВшечка занимает еще один камень. СТ-шки пролетают поверху и будут сейчас поджиматься под город, высвечивая все вот это вот место. Тяжики ПТ-шки весьма комфортно стоят на базе, могут помочь как здесь, так и по этой дороге, так и прострелять весь вот этот городок. Галов пока не видно, они не светятся, а это значит с вероятностью близкой к 100%, что это будет деф на базе. Светится первая СТ-шечка, светится она абсолютно не наглее, то есть засветилась и убегает. Нет попытки занять вот эту горку, кому-нибудь подсветить, нет. Он засветился и убежал. Светится две семерки на базе. С ними же хэвик. Все, с этой стороны галы готовы были бы принимать раш. Учитывая, что засветили они, я думаю, все-таки СТ-шки засветились, как хотя бы парочка-троечка. То есть понятно, что про X уже сетап легче. И их 14. Батя все никак не убежит. Его должны за это наказать, причем однозначно. И да, молодцы проиксы. Все-таки бата минус 0, потому что очень долго он все-таки катался. Но получил ты уже на 30%. Ну уедь, все, ну спрячься, нет. Остался, и фейбл его красиво отправляет в ангар. Счет сравняли. Теперь по 14 машин с каждой стороны. Ну, предполагаю, что все-таки галы вышли в полном сетапе. Часть сил вместе с артиллерией начинает переходить по нулю. СТ-шечка отползает отсюда и будет сейчас высвечивать или город, или первую-вторую. Командор забирается наверх, также для аккуратного подсвета того, что будет происходить как здесь, так и, разумеется, на горе. Посмотрим, вот примерно так, где-то вот здесь, здесь, здесь стоят силы галов. Вот, после подсвета легиона они замечательно все подсветились. Можно увидеть сетап, это еще одна СТ-шка паттон, Е4 или Е3, все-таки, наверное, Е4, немножко непонятно. Две сотки, семерки, С4, Е5, сетап тяжелый, сетап исключительно для дефа, они будут ждать, когда проиксы подойдут к нему в ближнем бою на своем более легком сетапе, и они попытаются задавить массы. Прошло 11 минут боя. У проикса форта 261, в который, собственно, не поиграешь, и они это понимают. Идет перетягивание частично сил в город, аккуратный подсвет легионом и отстрел по соткам. Видно, как сотки начинают отхватывать. Что им остается назад, уйти у них просто не получится. Сверху их будут постоянно высвечивать, на крайняк просто Е5 какой-нибудь аккуратненько вылезет, да свет. И огромное количество барабанов отсюда, 1, 2, 3, 4, 5, плюс артиллерия, разряжается на постоянной основе. Оп, 2, 0. Вот эти 4 сотки, они фактически потеряны у галов уже. Не знаю, понимают они это или нет, но это так. Сейчас будет забираться Е4. Нет, он пропал из-за света, значит будут продолжать забираться сотки. Посмотрите, даже сейчас проиксы стараются ставить фокус на двух сотках. По этой не стрелял никто, как и по дальней. Счет 3-0. Здесь одна СТ-шечка на К9 высвечивает, чтобы никто не смог убежать на базу, мало ли что. Даже такая маленькая вещь контролится. Тем временем уже 4-0. А проиксы не так уж сильно и получали дамага. Да собственно от кого? Сотки-то никого и не видели. Соток подсвечивали и издалека из города разбирали. 5-0. Проиксы никуда не спешат,
подсвечивают и аккуратненько, не спеша, начинают поддавливать своей ударной группой из Е5. На самом деле вот этот вот папа, на который стоит на горе, немножко непонятна его цель. То, что у Галла, я так предполагаю, всего одна арта. Сотки стрелять бы по его засвету вряд ли смогли бы. И его роль мне пока не ясна. Сотки понятно, какая была идея, что если проиксы будут рашить в лоб, сотки смогут сдерживать дамаг. Тем временем остальная группа подойдет и поможет. Ну хотя опять тоже странно. С этой стороны ей группе не подойти. Очень как-то странное расположение вот у этих соток. До сих пор не дает мне это покоя. Тем временем 6-0. ProX оттянули часть своих сил из города по пляжику. И сейчас заходят. Это два бачата и тяжек. Тяжек, скорее всего, какой-то все-таки барабан. Да, это 57-й. Через гору бат аккуратно подсвечивает. Шансов накинуть ему у тяжика практически нет. Но это сделать весьма сложно. Ну, изловчившись, конечно же, можно. 6-0. Артиллерия пока что в КД еще 16 секунд, 14. И заметьте, даже при счете 6-0, я не вижу, чтобы проиксы начали в наглую лезть, рискуя. Осталось 5 минут. Да, есть легкое давление по центру. Но это не давление, сломя голову. Шотники сзади фокус ставятся. Есть возможность спокойно отстреляться, проиксы ей пользуются. Причем фокус идет замечательный. 7-0. Сейчас делаю скорость помедленнее. И видно, что с галов дамаг вылетает. С проиксов один выстрел из четырех. Оп. Из трех выстрелов пробитие только одно. Здесь из двух выстрелов я увидел только одно пробитие. Тем временем на другой фланге. Две машинки остается. Счет 13-0. 14-0. И это сухая победа проиксов, вышедших в 14 человек. Всем спасибо за просмотр.